уважаемые родители, дорогие спортсмены, каждый из вас может проставиться, у кого день рождения. Обращаю внимание, вы можете накрыть праздничный стол только по выходным, потому что первый зал у нас сегодня, как правило, только в выходные. Володя Бугай занимается в клубе, по-моему, третий год. Володя, сколько тебе? 7 лет сегодня исполнилось? 7 лет. Буквально несколько месяцев назад начал выступать, и прям так ударно. Даже сейчас у тебя скоро финал будущего рукопашника. Буквально через полгода мы его перевели сразу в 7-9 основного. Только пожелайте что-нибудь такое необычное. А то, как обычно, хорошие оценки, соревнования, все равно. Что-то необычное, что сами хотите. И обращаю ваше внимание, что в этой жизни, чтобы я сразу замечание не делал, не все измеряется деньгами. А то вы говорите, кучу денег. Человек богатым должен быть внутри, в первую очередь. Я желаю тебе счастья, здоровья, ты тренировал все хорошо, очень. Я Славе хотел пожелать хорошую душу, чтобы он всегда, когда пошел в школу, учился на отлично, на пятерке, и слушался, чтобы папу и маму. Я желаю, чтобы ты был всегда здоров, всегда был счастливый. Как ты сейчас, да? Ты сейчас счастливый? Сейчас да, а до этого... Слава, я тебе желаю всего наилучшего, чтобы ты завтра мог пойти на соревнования и выиграл первое место. Завтра на соревнования? Или когда-то в другой день. Желаю тебе счастья, здоровья, чтобы ты никогда не боялся, все было у тебя хорошо. Слава, я тебе желаю, чтобы ты стал чемпионом мира по рукопашному бою и по всем видам спорта. Желаю тебе счастья, чтобы ты был в математике особенно, в некоторых предметах по школе, был самым лучшим в школе и участвовал на олимпиадах. Слава, желаю тебе счастья, всего хорошего. Чтобы таким же чемпионом, как ты был, да? Угу. И таким же эмоциональным, как ты. Да. Слава, что я тебе желаю, чтобы ты закончил школу с золотой медалью. Молодец, моторный, давай. Слава, я тебе желаю, чтобы ты был всегда радостным, чтобы у тебя в семье было все хорошо, и у тебя было крепкое здоровье. Слава, желаю, чтобы у тебя все было хорошо, ты учился на отлично, чтобы ты всегда был сильным и на любых соревнованиях побеждал на первое место и был всегда радостный. Может, кто-нибудь ему жену красивую пожелает? Да? Давай, Лонгов. Слава, желаю тебе всего доброго, чтобы ты закончил школу на отлично и чтобы ты был будущим лучшим чемпионом мира. Слава, я желаю тебе счастья, здоровья, чтобы ты добился хороших успехов в спорте, чтобы у тебя все было хорошо и крепкого тебе здоровья. Поздравляю с днем рождения. Я тебе желаю, Слава, чтобы у тебя в жизни все получалось и ты учился на пятерке и здоровье было крепкое. Слава, желаю тебе отличную, хорошую жену. Как у тебя? У меня нет жены. Пока нет, ладно. Я тебе желаю, чтобы ты окончил школу только на одни пятерки, и чтобы ты стал чемпионом мира. Так, сестричка, что пожелает Славе? Я пожелаю, чтобы он был красивым, счастливым, добрым, не бил меня. Ты бьешь сестру? Он тебя бьет? Нормально так, прям сразу, Слава. Так, тихо. Ну это вообще не канает. Ты чё? Нормально так. Слушай, тебе в политику идти надо. Ты прям сразу. Чё думаешь, что ты говоришь? Козырей заходишь. Правильно. Нет, неважно, какое мероприятие, ты прям... Слава, расти большой, сильный, умный. Играй в шахматы всегда. Строй комбинации как в жизни, так и в шахматах. И всегда побеждай. Успехов тебе во всем. Давай. Вкусные угощения Слава приготовил. Да.